Всем привет! Сегодня мы будем играть сегодня Free Fire. Да, Free Fire. Вот заставочка. Теперь я жду, пока до 100 дойдет. Уже дошло, теперь жду загрузки. Загрузка. Опа. Так. А как мне войти-то? Как мне войти? Создать. Понятно, никнейм. Вот так вот. Нет. А я люблю подписчиков. Не помещается. А вот так вот. Yes. Наконец-то. Вот наш человечек. Так. Так. Что там? Ящик поддержки. Давайте начинать первую нашу игру. Такое ощущение, как у меня ник сливается, то пиздич. Странный ник. А, нет, стой. Так, музыку убрать. Все, музыки больше нету. Ура, проблемы больше нету. Так, дальше начинаем первую игру. Такое ощущение, как будто у меня топ изич, а не топ изич. Ну, просто я всегда проигрываю. Да. Так, короче, начинаем. Ожидаем других игроков. Ожидаем. Опа. Я что-то слышу. Мне картинка показывает. Ага, вот. Это чтобы прыгать. Чтобы лежать и чтобы сидеть, да? Понятно. Все. Это будет начинаться. Первая игра так волнительно. Сейчас посрём. Топизич выходит убивать людей. Ну или он сам себя убьет. Тоже логично. Потому что я первый раз играю. Прыжок. Какой прыжок? Я не знаю, какой. Молодцы. Так. Давайте выходим в вот эту деревню вроде бы. Это деревня? Так, давайте приземляемся. Надеюсь, сюда больше никто не идет. А то это опасно будет.
Блин, тут бежать неудобно. Опа, там машина. Что тут машина делает? Она мне разве нужна? А? Так, что? Опа, это... Хорошо, так я взялся. Очень хорошо просто. Беги, умер. Как можно беги, умер? Газ, 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 газ. Даем. О, я испугался. Там противник, оказывается, был. Убьем. Давай, 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 давай. Так. Первое убийство мое. Все, понял, как со мной воевать. Так, у меня еще машина есть, да? Давай, беги. Так, ловить. Это хорошо. Так, мы уже одного человека убили. Представляете? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Где ты? О, второе мое убийство. Мы уже... Мы монстры. Мы только начали играть, а уже, смотрите, два убийства сделали. Алло. Не, ну это везучесть какая-то сильная. Где мы его убили? А, вот. Все так. Мы уже двоих убили. Двоих. Это достаточно хорошо. Ну, для первого раза в игре это, конечно, хорошо. А как же нет? Начала сужаться. Быстрее, быстрее, быстрее. Нужна тачка. Так, живы.
Я убил 2 и осталось живых 25. Надо в живую вот эту вот зону. Или какая безопасная. Теперь везде небезопасно, типа, да? Ну, типа, если логично, то да. Так. Выходим. Это вот эта безопасная зона или что? Куда я бегу? Объясните мне. Или это где я только с первого раза приземлился? А, нет, не надо есть, не надо. Этот гриб опасен. Я просто не понял, что это. Ну, в принципе, я уже здесь. Так. Так, возьмем вот это. Все, хорошо. Ну я в такой зоне, типа, где можно выжить, да? Да? Может тогда спрятаться? А? Чтобы меня не заметили и не убили. Так. Так, что мы сделаем? А? Я что-то не понимаю. А что обозначает этот синий? Короче. Это безопасная зона, которая типа не может... Сломаться, что ли? Так. Так, что дальше? Не, ну я в синем. 1 минута пройдет, я могу остаться в живых и выжить. И выиграть эту игру. Понятно. Я могу выиграть 50 секунд. А куда синяя пропала? Все, синий нету. И всё, типа, я выжил, это, типа, хорошо. Типа, я выиграл. И все. Ну, не может быть так все просто, то, что я 2 убил. Ну, ладно, уже 10 секунд. Это что ли зона? Я
Капец, она закрылась. Ну, вроде да, потому что это середина карты. Ну что, выиграть невозможно? Или типа того? Или надо быть одним выжившим? Я чувствую, где-то рядом сражаются. Так, и где ты у нас тут? Плохо. А, так у него... А у него трубовик, блин. Печалька. Короче, он выиграет. А сейчас на этом всем удачи. Всем пока!